Завтра у рамках державного проекта «Гомель – здоровый город» пройдет информационно-адукационная акция «Автобус даруя». Мероприемство накировано на популяризацию здорового ладу життя. Пассажирам пропонуют поудельничать у интерактивном квизе с конкурсами и викторинами. Врачи проведут индивидуальные консультации по медицинской профилактике. Дорослым и детям уручат памятки, буклеты и брошюры. Такий бонус чакает тих гомельчан, которые именовито в этот день купят билет по этим маршруте. Все пассажиры смогут принять участие в интерактивном квизе, где врачи по медицинской профилактике смогут ответить на все интересующие вопросы. Маршрут стартует у 10 годин раницы на припынку микрорайон Кленковский у автобуса номер 18. А скончится поездка на припынку Центр радиационной медицины.